Ну что, девушки, мы снова с вами. Всем привет из Канады в нашем любимом магазине. Шермана купили. Помните, я вам показывала, здесь был набор Шермана за $100. И его уже нету. Вот там я вижу несколько красивых брошей. Сейчас я попрошу их мне показать. И, возможно, покажу вам потом все, что здесь найду. А так здесь есть красивое еще колье. Нитка янтаря за $40. Интересно, такое колье за 20, но я не знаю, что очень-очень большое. Может быть, что-то еще. Но пока что я не хочу отходить, потому что я хочу дождаться продавца. Очень трудно снимать, когда вот так вот оно все лежит одно на другом. Здесь, видите, здесь есть золото у них. Немножко золотые изделия. Но кое-что я вижу, что я хочу посмотреть. Here, so you can get a good look. Okay, sure. Man, are you nice? Yeah. Okay, can I see these two birds? The birdies, yeah. Mm-hmm. Okay, yeah, sure. That's cute. Oh, look at that, so cute. Right? It's very, very old. Okay, I'll take this. Okay. And can I see this brooch? This one? No, this one, yes. This one. This one. Okay. Okay, I will have this too. And this blue, yes. Mm-hmm. Okay, and this one also. No, this, yes. This one? Yeah, it's leaves, yes. Oh, the leaves, yeah, nice. Okay, I'll have all of these. Okay. Oh, and this earrings for $12.99. And the $12.99 earrings. Yes. Yeah, okay. Well, that's good. I'm getting business. Okay. I like. Oh, those are nice. They're beautiful. Mm-hmm. Okay, all of this. Oh, all of that. Okay, sweet. Так, ну что ж, продолжаем наш шопинг. У нас очень много всего сегодня, по-моему, интересного. Очень красивые клипсы за $4. По-моему, не маркированные, но положим их в тележку, там посмотрим. Рядом же с ними висят вот такие тоже очень красивые клипсы, тоже за $4, тоже не маркированные. Но мы проверим. Вы видели, что я там уже нахватала из-за прилавка. И Шерман за $100, который был продан. Вот тоже за $5 интересные клипсы. Мне кажется, что они все одного бренда. Вот такие. И еще есть очень симпатичные. Хорошо было бы нам найти к ним парочку чего-нибудь. Тоже не маркированные, но я стараюсь показывать получше. В прошлый раз мне написали, что я очень мельком показываю, что мелькают одни руки, ничего не понятно. Я согласна. Я снимаю не очень хорошо, потому что здесь вокруг люди. Я уже говорила, что я не очень комфортно себя чувствую при съемке. У меня тут могут возникнуть вопросы у продавцов ко мне. Поэтому я стараюсь как-то это делать втихаря. Но сегодня я постараюсь сделать это так, чтобы вам было интереснее смотреть. Буква И за $3. И нет никакой маркировки. Поэтому я ее, пожалуй, оставлю. Нет, это не то. Какие интересные сережки. Сегодня у нас вон там красивые клипсы, но у них потерян камушек, отвалился. Вообще он тут как бы болтается. Я не знаю, не маркированный, я не уверена.
Так, всякие бусы. Бусы. Неинтересно. Смотрим дальше, что у нас тут. Присматриваемся внимательно, потому что, как всегда, все. Сегодня у нас сережечная тема. Они все очень похожи, все без маркировки. Но я уже взяла несколько, поэтому я не буду. Так, вот такие интересные. Тоже без маркировки за $4. Не знаю. Положить тележку или оставить? Даже не знаю. Пока оставлю. Здесь много всякого сегодня. Вон какие серьги красивые, видите? Ну, современные, конечно. Кстати, вот эта брошь человеки. Это тоже известная брошь. $3. Но у меня, по-моему, такая есть. Если честно, я не помню. Вот интересные. Смотрите, какие интересные клипсы с камушками. Тоже маркированы. $5, что-то дороговато. Ох, какие серьги. Но у них потеряны. Потеряны, по-моему, камни. И это ничего такого. Так. Брошь обычные. Кто-то уже тут до меня прошелся, я вижу, потому что, видите, все этикетки погнуты, значит, кто-то уже их переворачивал и разглядывал на них, есть ли маркировка или нет. Да, значит, вот Шерман куплен, жалко. А я уже, честно говоря, потому что мне одна зрительница моя, которая разбирается в украшениях, написала, что это совсем недорого, $100 за набор Шерман. Я пошла на eBay и посмотрела, что действительно Шерман продается намного дороже. И подумала, надо в следующий раз поехать, еще раз посмотреть, а вдруг их уценили, а вдруг кто-то... Ох, какой красивый цветок, девочки, смотрите, за $6. Шикарная брошь. Она хоть и не маркирована, но надо проверить, или застежка работает, потому что... Ладно, потом я уже буду это делать без вас. Смотрите, какая прелесть. Чудо. Короче, я подумала, приеду и посмотрю на этого Шермана еще раз. Может быть, если его не купили, то стоит. Может, их оценили уже. Но все, куплен Шерман. Так, это интересно. Я думаю, что это современное. Помните, я здесь нашла тоже Шермана цепочку. Такую маркированную. Помните? Которую я даже не разглядела, что это такое, а купила просто по какому-то каким-то шестым чувствам. Смотрите, какое сердечко симпатичное. Прямо как в этом, как в Титанике. За $5. Ну, это просто... А, нет. Какая-то маркировка есть. Так, посмотрим. Сердце как в Титанике. И здесь рядом что-то такое интересное висит тоже. Но нет. Смотрите, какие летние браслеты. Здесь несколько штук. Смотрите, какой интересный браслет. Большой. Брошь за $4. Не знаю. Замок меня смущает. Не знаю, девочки. Похоже на винтажную. Такая кельтская. Ну, посмотрим. Разберемся с ней. Так. Что-то еще у меня все время мелькает в глазах моих. Клипсы наборные за $2.99. Чешские, наверное, видите? Или австрийские, или чешские. Видите, как сделана обратная сторона. Если бы я нашла к ним что-то так. Что это такое интересное? $4. Вернее, 5. Я думаю, что это что-то современное. Да
Давайте посмотрим. Вот это я вам уже показывала в прошлый раз. Так оно и висит. Так, по низу потом пойдем смотреть, что здесь есть. Какое хорошенькое малюсенькое сердечко. Интересно. Так, это детское. Это что-то винтажное, судя по всему. Колье. Похоже на кора. Так, кора. Отлично. Целенькое колье. Чистенькая кора. Посмотрите, какие дырки в этой чертовой телеге. Она у меня падает. Падает на пол. Так же можно и потерять. Рыба была. Мы видели уже ее. Так. Жемчуга. Современные. Где мы остановились? Браслет. Интересный. Что там наверху? Что-то мы пропустили. Вот здесь какая-то брошь, колечко. Веночек с багетными кристаллами за $3. Маркировок нету, но похоже, что старенькая. Большая толстая игла, красивая брошь, все кристаллы на месте. Вроде бы. Так, красота современная, скорее всего. Да, потом посмотрю еще раз. Что-то еще я тут видела, какая-то... Какая брошь, что не могу до нее добраться. Смотрите, тоже вот интересные клипсы. Серьги на винтах, вернее. Маркировки нету, но обычно серьги на винтах. Они имеют какое-то не совсем новое происхождение, потому что последнее время их не очень-то и делали. Так, разберемся. Красивый браслет морской. $4. Смотрите, какой цветок. Старый, судя по всему, винтажный, за $5. Что-то даже не знаю. Так, посмотрим, разберемся. Положим в тележку. Брошь современная. Безусловно. Красивая, но современная, скорее всего, Китай. За $6. Видите, они ее тоже оценили дорого, потому что она красивая. Но я думаю, что у китайцев ее можно купить дешевле. Оставлю. Оставляете? Оставляю. Вот, о, смотрите, я нашла. Я нашла клипсы к сердцу от Титаника, да? Наборчик образовался, посмотрим. Наборчик действительно оказался непростым. Вот видите, его продавали где-то за $60. Назван он именем Селин Дион, певица, которая исполняла песню в фильме «Титаник». И сделан он фирмой Avon и назван в честь такого похожего, в общем-то, кулона, который был в этом фильме «Титаник», который назывался «Сердце океана». Вот так же его и назвали здесь. И назвали в честь певицы, которая исполняла песню в фильме «Титаник», Селин Дион. Смотрите, какая брошь интересная за $4. Судя по всему, очень старенькая. Простите за мои руки, но я ничего не могу, некуда их девать. Даже может быть серебряная, но вряд ли. Нет, не серебряная. Видите, здесь цвет не тот, но положим, посмотрим. Вот что-то интересное я вижу.
$4. Это потерянные камушки или их не должно было быть? Что это такое? Что это за штука? Что это означает? Не знаю. Посмотрим. Потом разберемся. Тут что-то я еще видела. Клипсы-сердечки. Без маркировки, но очень, может быть, старенькие, но оставим. Так, здесь я видела какой-то кулон винтажный, судя по всему. Давайте на него посмотрим. $4. Ну, не знаю. Так, брошь лыцарь, как дети мои говорили, $5. Ториадор, вернее, это не лыцарь, а ториадор. Что вы скажете, девочки? Ториадор современный, застежка старая, маркировок нету. Так, положим ториадора, там разберемся. Вот такая штучка. Потерянные жемчужинки оставим. Прикольные серьги, чашка с ложкой. Так почему-то вот эта ложка, она должна висеть внизу, ведь правда же? Знаете, они даже очень, может быть, какие-то и старые. Ну, я не знаю, я сомневаюсь. $4. Я сомневаюсь, поэтому оставлю. Так, здесь еще один лыцарь. Дон Кихот? Нет. Кто-то уже его рассматривал. Он, видимо, старенький. Не знаю. Положим там, подумаю. Так. Все-таки эта брошь очень красивая. Но... Так, здесь это штуковина. Я думаю, что она современная. Да? Я думаю, что она современная. Клипсы. Avon. За $3. Классные. Так, у меня опять набирается тележка. Девочки, держите меня за руки, держите меня шестеро. За $5 два прекраснейших жирафа. Может быть кулон, может быть брошь. Маркировок я не вижу, возможно, просто я их не вижу. Но, судя по всему, уже кто-то до меня искал, не нашел, поэтому ее не взяли. А я, наверное, возьму, уж очень хороша. Хотя немножко есть сход покрытия. Нет, наверное, не возьму. Поэтому она и осталась, потому что она немножко поврежденная. Хотя так, честно, это не видно. Посмотрим, разберусь потом с ним. У меня там уже жирафы, рыцари, чего только у меня нету. Интересные серьги какие-то. Так. Брошь пианино. Рояль, вернее. Джиджи, да, маркировочка есть. Джиджи. 1988 год. $5 пойдет. 88-й. Это винтаж однозначно. Брошь человечки. Китайские, судя по всему. То есть, ну, брошь не знаю, но человечки китайские. И вот маркировок я все-таки ее оставлю. Брошь-цветок. Прекрасная брошь. Есть какой-то знак копирайта? Или что? Значок. Копирайт. Разберемся. Что делать? Как не приду сюда, так ухожу с полной тележкой.
Клипсы эти я уже смотрела, разглядывала в прошлый раз, не взяла, и так они и висят. Остались, видимо, ничего ценного в них нету. Брошь интересная за $6. Написано, тоже ее кто-то рассматривал, но не взял. 2009 год, Амос Питер Канада, 2009, ну, это не винтаж, хотя она и именная, не знаю, вот я вижу, по-моему, еще одна брошь GJ, у меня прям уже целая коллекция, на сей раз слоны, GJ или просто слоны? Я не вижу. А, вижу. Есть маркировка. Какая-то маркировка. Не знаю. Ну, слоны. Слоны зачетные. Ай, девочки, что делать? А, здесь еще одна, видите? Или это та же самая, или это я повесила. Господи, я схожу с ума. Я уже не знаю, что думать. Интересные клипсы, но ничего особенного. Еще одна GG. Ой, это серьги, что ли, собаки. Смотрите, $5. GG. Это не серьги, это, по-моему, такой брошь-пин. Видите, она на двух таких. Нет, а может и серьги. Какие прикольные, посмотрите, да? Эх, лучше бы я осталась дома. Так, это индийские серьги. Лучше бы я осталась дома, девочки. Смотрите, какие классные колокольчики. Я думаю, что они винтажные, $2. Ну и хорошо было бы с чем-то. Если бы я нашла колье к ним, было бы классно. Так, это что-то синенькое. Что-то современное облезло. Так, друзья мои, опять жемчуга. Еще жемчуга. Я, наверное, выключусь и, наверное, продолжу поиски сама. Потому что я на съемку очень отвлекаюсь и половину пропускаю. Так. Наверное, я выключаюсь. Если что-то увижу интересное, покажу вам еще. Ну что, друзья, что нового в чашечках? Есть вот такие вот красивые Royal... Чёртов фокус. Royal Albert. Английские чашки. По $10. Такая. Вот такая. Это у нас тоже Royal Albert, Bond China. Bond China — это костяной фарфор. Вот такая. Тоже он немножко другая компания. И вот такая. Все они по $10 у нас. Все эти чайные пары. Все английские. Вот такие вот красотки. Из интересного вот это сделано в Англии, красивое блюдце, чашечка интересная. Потом вот эти две японские черные блюдца. Ох, как я люблю, по $8. Как я люблю японскую посуду, потому что она всегда такая необычная. Тонкая-тонкая. И две. Сори, я закрывала пальцы. Она такая интересная. Пошорханная немножко, по $8. Покоцанная такая немножко. Но может, это можно как-то отмыть?
Какая красота. Не знаю, девочки, думаю. Вот это новенькое, тоже японское. Цветы внутри, цветы снаружи. Ой, вот это. Своя тележка. И вот такой вот блюдце. Красивая. Но то, что я, помните, покупала, она была бордовая, черная внутри. Она просто из дорогих японских чашек, поэтому она стоила столько же, сколько и английские. Ну, в общем, короче. Не знаю. Ну, вот эти красивые, но у меня много всяких таких с цветочками. Вот эти черные японские мне прямо очень нравятся. Посмотрите, какая красота. И они такие тонкие-тонкие. Почему-то японские чашки ценятся меньше, чем английские. Хотя, на мой взгляд, они намного более интересны. Что, девочки, я, как всегда, забилась в подушки. Потому что здесь никогда никого нету. Сейчас буду рассматривать и пересматривать, что я набрала. Набрала, как всегда, много. Тяпнула эти две чашки, а там посмотрим. В общем, надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. А с вами была Дита. Вот, кстати, такие красивые нашла клипсы. Они не маркированные, но, по-моему, старенькие. Посмотрим. Короче, столько всего набрала опять. Не знаю, что делать. Короче, все. Увидимся в следующем видео. Всех люблю, целую. С вами была Дита. Пока-пока, бай.